Чемпионат проходит в стенах Рязанского десантного училища уже в пятый раз. В этом году участие в нем принимают более 150 спортсменов. Соревнования проводятся на призы олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и мира, главного тренера сборной страны по боксу Александра Лебзяка. На открытие чемпионата он приехать не смог. Присутствовал вместе с олимпийской сборной на приеме президента России Владимира Путина. Но спортсмены надеются, что к финальным боям они запланированы на воскресенье. 31 июля знаменитый боксер в Рязань приедет. По словам старшего тренера, начальника команды по боксу ЦСКА, заслуженного мастера спорта Александра Островского, победители получат путевку на чемпионат России по боксу, где они будут отстаивать честь вооруженных сил нашей страны. Чемпионат вооруженных сил Российской Федерации проводится для того, чтобы ребята, которые заняли первое место, боксеры, получили путевку на чемпионат России. Бои будут проходить в 10 весовых категориях. В одном из них будет сражаться и Раджаб Раджабов, выпускник Рязанского десантного училища. В минувшем году выиграл всемирные военные игры. На чемпионате настроен только на победу, признался молодой человек. Я не могу сказать, кто сложный, кто слабый. Ну, ко всем надо подходить, да, в общих чертах. Все люди по-другому боксируют, все разно боксируют. Победители получат звание мастера спорта и право участвовать в чемпионате России в Оренбурге. Но стать мастерами на этих соревнованиях будет непросто. Из 158 боксеров более 90 уже мастера спорта России и мастера спорта международного класса.